войне на одной стороне участвуют сразу две силы. Первая сила – это грех, это дьявол, это ненавистник жизни. А вторая сила – это человек. Тот человек, который подобен Богу. У него есть творческая сила. В этом мире есть две личности, которые являются творческими. Это Бог, который творит из ничего, и человек, который творит по той силе, которая дана ему от Бога. Но вот куда человек приложит эту силу? На славу Божию или наоборот? От Бога результат. И когда дьявол сливается вместе с человеком, то тогда вот эта жестокость, которая есть у дьявола, смерть, которая есть у него, и творческое начало человека делает страшные вещи.